Вечер, дорогие друзья, с вами сегодня фанк-корпорация. Мы очень рады видеть вас здесь сегодня, в этот первый день осени, такой теплый, такой прекрасный. И очень хотим зарядить вас новой осенней энергией,
наступившего сезона. Пусть эта осень будет для вас яркой, жаркой, творческой, солнечной. И, конечно же, пусть в ней будет море прекрасного настроения. Сейчас для вас прозвучала песня, которую написал наш замечательный пианист Родион Гобаров. Она называлась «White Bloom». А следующая композиция, которую мы хотим для вас исполнить, называется «You Can Make It Better». И это песня о том, как прекрасен мир, когда в нем есть друзья. «You Can Make It Better» переводится как «Ты можешь сделать все лучше». То есть все, что в нашей жизни происходит, если мы разделяем это с друзьями, неважно, это хорошее событие или плохое, всегда все становится лучше и прекраснее. Поэтому сегодня вы делаете наш вечер супер лучшим, и эта песня посвящается вам. You can make it better. Ты можешь сделать все лучше. Every time you're near, like the sun, when
Большое спасибо, дорогие друзья. Видите, как прекрасен мир, когда в нем есть вы рядом с нами. А следующая композиция будет очень-очень теплой. Она называется «See the World». И это переводится как «Посмотри на мир». Эту песню я написала о том, что никогда не нужно сидеть на месте и думать, что мир вокруг, он такой весь одноцветный. На самом деле нужно всегда вставать и идти вперед, менять мир к лучшему, менять себя, и тогда он обязательно изменится, и все вокруг будет мерцать яркими красками, жизнь станет прекрасной, потому что она начинается с вас. Поэтому see the world, посмотрите на мир, на самом деле он прекрасен. Into my heart and listen. What if all my love is like a roll of dice as another song, so I could chase it many times. I wanna be the diamond, light and shine so bright. Wanna be the star and give my magic light at night. I wanna be the fresh sight to wonder something new. I wanna say I love you. Wanna be the same. I wanna hear the money rustle in my head. I wanna be the sensor to catching every move. I wanna kiss you gently. We'll be right back.
Спасибо, друзья. Вот мы немножечко окунулись в стиль регги, немножечко смешав его с джазом. Мы очень любим смешивать вместе с джазом разные стили музыки. И следующий эксперимент, который сейчас прозвучит, будет в стиле drum and bass. Это композиция, которую я написала несколько лет назад. Она называется Rain of Changes, что переводится как «Дождь перемен». Вот вы, наверное, все хорошо знаете песню «Ветер перемен». Вот бывает ветер, а бывает дождь. И это именно тот самый дождь, который идет в нашей жизни иногда. И нам становится немного грустно. А потом обязательно выглядывает солнце. И мы видим прекрасную радугу. И все в нашей жизни меняется к лучшему. Show you right.
Thank you.
Дорогие друзья, большое спасибо. Сейчас для вас прозвучала композиция, которая называлась «Верблюд», и автор ее был Родион Гоборов. И судя по тому, что сейчас было исполнено, этот верблюд наконец-то нашел свой оазис. Съел там все, выпил и пошел дальше. Желаем вам приятного продолжения вечера и вернемся к вам после непродолжительного антракта. Будем дальше играть для вас нашу авторскую музыку. Ну и, конечно же, я надеюсь, что танцевать вместе и петь. Спасибо. Мы скоро к вам вернемся. С вами сегодня фан-корпорация.
We must get closer to the essence of life, but be aware that it takes courage and strife. Expand your mind. Talk to the heavenly bodies of the universe, of the universe. We must get closer to the essence of life, but be aware that it takes courage and strife. Expand your mind, don't let it wither and die. You'll find that it lifts your spirits high to the sky. High, so come on, meditate. Let's contemplate.
If I give you my word that I love you, would you believe in me? If I counted all the stars high above you, would you believe in me? I'll use my soul to bring you pleasure, my heart to bring you joy. I'll build a love between us no other can destroy.
Дорогие друзья, мы вернулись к вам снова. Мы сейчас плавно возвращаемся на сцену, чтобы продолжить играть для вас замечательную музыку нашу авторскую. И я очень хочу сделать то, что я не сделала в прошлом отделении, представить наших замечательных музыкантов и солистов, которые для вас сегодня играют. Итак, начну, наверное, с того края сцены. Нас много, и мы все в тельняшках, как говорится. Алексей Полубабкин, гитара. Андрей Баталеев, альт-саксофон. Тимур Некрасов, тенор-саксофон и флейта, и шейкер. Александр Иванов, барабаны. Алексей Заволокин, бас-гитара. Родион Гоборов, клавишные. И еще здесь сегодня в зале с нами есть наш инкогнито специальный гость Виталий Братухин. Вон он там спрятался. Он к нам сегодня еще вернется. А сейчас для вас прозвучит авторская композиция Тимура Некрасова, которая называется «Tim's Time». Thank you.
We'll be right back.
А теперь настало мое время. Время Тимура закончилось, настало мое. Следующая композиция, которая сейчас для вас прозвучит, называется «Station Groove». Это песня, которую я написала про поездки в метро в час пик. Я думаю, многие из вас сталкивались с этим, когда вы не можете залезть в вагон, а потом не можете из него выйти. Каждое утро вас толкают, вам наступают на ноги, и вы уже думаете: «Господи, поскорее бы доехать». Вот. Ну, в общем, на самом деле есть один маленький секретик, как доехать быстрее. Если вы найдете в этой толпе симпатичного парня или симпатичную девушку и сосредоточите на нем свое внимание, то поездка будет более быстрой и приятной. Вот так. Попробуйте. Station Groove. Step by step, going underground. You got all
Справились с ветерком, да? Следующая композиция, которую мы хотим для вас исполнить, называется «Sound of Morning Sunrise». Это переводится как тот звук, когда вы только просыпаетесь на рассвете, и вы слышите, как шумит город вокруг вас, либо природа, как сосед сверлит, да, может быть так. Это те звуки, которые вы слышите, когда просыпаетесь рядом с любимым человеком. Это песня о любви. Поэтому, если в зале есть люди, которые любят друг друга и которые хотят еще раз стать друг другу как можно ближе, вы можете потанцевать под эту песню. Я спою ее для вас. Sound of Morning Sunrise. Thank you.
большое спасибо. Родион Гоборов, клавишные. На самом деле эта песня посвящалась ему. Аплодисменты, маэстро. Я очень люблю посвящать песни своим друзьям и своему любимому Родиону Гоборову. А он тоже любит посвящать песни своим друзьям. И следующая композиция именно о его любимых друзьях. Она называется «Джазовые отщепенцы». Thank you.
Ow! 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 Ow!
Замечательная композиция про друзей Родиона Гоборова. И следующая композиция, которую мы хотим, наверное, завершить сегодняшний наш вечер с вами. Она называется Last Days of September. Это одна из наших любимых песен. И сегодня она как никогда актуальна, потому что уже наступил сентябрь. Она называется «Последние дни сентября», и это песня о том, что когда проходит лето, нужно обязательно накопить как можно больше теплых, прекрасных и приятных эмоций, чтобы в последние дни сентября, когда уже становится прохладно и солнце уходит от нас, наши воспоминания согревали нас, и лето внутри продолжалось. «Last days of September». И, конечно же, мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами немножко вместе в этой песне попели и, может быть, даже немного потанцевали. Я обещала вам, что сегодня будут танцы и песни. На самом деле вы все умеете петь, даже если вы об этом не знаете. Сегодня мы будем делать это вместе. To remember, play the music, sing the song, yeah. It's on the rhythm. Oh, you can do no wrong. Last days on something new. This friendly smile to me, and I'm friendly smile to you. Simple for prince in my mind. Maybe it's time. Yeah.
это тоже прекрасно. Давайте попробуем вместе. Поверьте, вам очень понравится. Сейчас будет очень простая мелодия. Смотрите, вот такая. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Давайте вместе попробуем. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Пару нот. Ла-ла. La 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 la. Теперь вместе со мной, это уже посложнее. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А теперь вместе попробуем. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отлично, видите, как здорово. Можно попробовать чуть громче. Ла-ла-ла-ла-ла. Супер, вот это классно, так здорово, правда? Немножечко. Вы будете моим аккомпанирующим оркестром. Большое спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что сегодня вы были с нами и разделили с нами этот замечательный день. Наступила осень, но она для нас будет очень теплой, прекрасной, и мы будем с вами вместе. Большое спасибо, что сегодня были с нами. И я еще раз представлю замечательных ребят, которые для вас сегодня играли. Сегодня и всегда. Родион Гоборов, клавишные. Алексей Заволокин, бас. Тимур Некрасов, тенор-саксофон и флейта. Александр Иванов, барабаны. Андрей Баталеев, альт-саксофон. Алексей Полубабкин, гитара. Виталий Братухин, иди к нам скорее на сцену. Меня зовут Наталья Козлова. Большое спасибо вам. Сегодня с вами была «Фанк-корпорация». Большое спасибо.
Большое спасибо вам. Вы сегодня были частью нашей музыки, и это очень ценно. До новых встреч, дорогие друзья, и мы желаем вам прекрасной осени, любви, ярких красок, отличного настроения, путешествий, новых встреч, конечно же, с нами. Большое спасибо, до новых встреч.